Поэтому по всей
2018 у нас 111, в этом году, в 2019 у нас 115, то есть на 4 преступления больше. Но это еще раз повторюсь, это наша работа в этом отношении улучшается, там меньше работа с направлением улучшается, то есть и больше внимания на это обращаем. То есть именно по оранжевые столбики показывают именно по семейному насилию. То есть 55 в 2016 году и 68 в 2019 году. То есть не думайте, что насилие у нас как бы все ломяет растет, как я уже сказал, по всей истории тенденция такая, просто и люди зачастую ищут уже помощи на правоохранительные. Не только у нас ищут помощи также на специалисты по жертв населения. То есть обращаются, может, к ним, и они по лицам героизм передают им эти сведения на команду, которые тогда могут быть жертвы занимаются. То есть такие случаи тоже имеют место быть. Силами у нас как схему, может, я повторюсь, я говорил уже в прошлом году, так что мы реагируем на любой вызов по семейному. Все эти дела у нас фиксируются. У нас есть специальная интернет-карта, на которой мы заполняем все дела жертвой и присутствуют при этом скандале или при этом происшествии дети. То есть это все как-то заполняется, и если посмотреть, у нас таких люксом было зарегистрировано в 2018 году 226, в 2019 году 256. То есть таких люксом больше зарегистрировано. Но это я как бы... Когда люди знают, не умалчивают, не остаются в четырех стенах, больше обращают на это внимание, ищут помощи извне, когда никаких результат не составляет себя ждать. У нас совместно с социальными работниками, спасибо самоуправлению, где мы осуществляем совместно посещение таких семей, чтобы оказать им помощь, какую полицию мы выступаем, стороны, оказать какой социальный работник, то видно, что у нас всего контроля было 165, а вместе с социальными работниками 94. То есть это в этом отношении большой плюс, большой показатель в сравнении с прошлыми годами. У нас проводятся совместные круглые столы, на которых мы обсуждаем задержку, мы можем сделать сведения, в этом отношении которое больше всего возможно семейное насилие, семейное насилие 2-3 раза в год, когда у нас будет по рискам и более пристальное внимание. Имеются на росте,
Некоторые магазины у нас охраны нет, мы на это ставим на пути, на ответе так, то есть не на месте сразу появляется, а именно по видеозаписи. По видеозаписи у нас идет время, Thank you.
большой ресурс занимает времени для человеческого. Вчера вечером. Сделаны по если распишаете, смотреть проступки, что вы нас начинаете делать, то как видите, употребляется наркотические вещества, тоже несовершеннолетним употребляют, но, как вы видите, в именно 2015 году было 43 несовершеннолетия, в 2018 6. Конечно, здесь не делают акцент именно на несовершеннолетних. Добиться того, откуда он взял и алкоголь или наркотические вещества, чтобы именно привлечь ответственность тех лиц, которые дают, покупают или передают несовершеннолетним именно наркотические средства. У нас, как вы знаете, есть возможность с прошлого года устраивать контрольные закупки в магазинах, где мы можем тогда уже привлечь ответственность, которые, скажем, разгольный напиток продается несовершеннолетним. Пока у нас в прошлом году этого дела не было, но мы обязательно в этом году проверим торговые точки именно на продажу разгольных напитков несовершеннолетним. Так, и водители, которые были выявлены, состояние алкогольного опьянения на территории города Силамя. Это не говорит, что в городе Силамя, это может быть и на трассе, когда выявляются именно такие водители. То есть в 2015 году было 51 водитель, это вместе связано с поступками и с уголовными, и в 2018 36. И будет состояние алкогольного опьянения именно уголовным 26, 2017 и 2015. По проступкам это не всегда штраф или арест накладывается, сложен 24. И в состоянии наркотического мнения один человек был такой водитель, и в 2018 два таких водителя у вас были. Дорожно-транспортное происшествие на территории города Силамя. Здесь вы увидите, что самая лучшая линия и самый лучший показатель это где красный написан нолик. То есть ни одного человека не обидчиво на территории. Нет,
всему дорожному транспорту и сельским своим людям говорите, было 7 2016 2019. И последний слайд позитивный и негативный, то есть позитивным выделено, что очень хорошая работа связанная с инвестиционным управлением и социальным отделом, то есть регулярный контроль, который проводим. Thank you.
есть несовершеннолетние, мы уже говорили о том, что у нас проблемы с несовершеннолетними. То есть здесь, конечно, мы вместе с местом должны подумать, как решать эти проблемы как в школе, так и на улице, что происходит. Только вместе мы сможем эту проблему искоренить и решить. То есть то же самое, как касается алкоголя, что люди несовершеннолетние употребляют, и чтобы этих детей было меньше, которые пошли в полную дорожку. Кражи из магазинов, не только кражи из магазинов, но вам не ходите.
и тогда тоже. Значит, понимаете, да. Да, меня вот интересует, если человек сделал ногу, правда, карандаш 11, карандаш 2, 12, или это надо достичь порога 10 тысяч? Нет, пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. На прошлом заседании городского собрания мы обсуждали вопрос деятельности и дальнейшего развития предприятия, действующего на территории нашего города, как поликомпетентности. И вопрос такой, существует ли статистика по вызовам в отношении лиц с психическими отклонениями, также правонарушениям в отношении этих лиц с повреждениями, и какие деятельности, какая деятельность полиции в отношении этих лиц? У нас имеется в виду, мы задавали впечатление, я просто не могу сказать, сколько я имею. Наши действия, мы не врачи, мы вызываем скорую помощь. Скорая помощь рассматривает этого человека, если она видит, что человек нуждается в помощи, мы сопровождаем человека в больнице. То есть в если он не знает, то остается на месте. У нас все лица на момент совершения преступления являются дееспособными. Только потом экспертиза скажет, не дал на этот момент дееспособный или не являлся. То есть также в отношении с людьми проводится за поступки, за вопросы. Спасибо, пожалуйста, Валерий. Какие случаи, о которых мы сейчас говорили, это редкие или это обычные? Ну, это необычно, не сказать, что мы это было постоянно. Просто бывает. Да, бывает. Если мы взять так в месяц, то мы, если все на всю территорию народа, когда мы обслуживаем на рейсе и селами, то таких поездок в 10 может быть. Мы там недели будем стараться. Что называется поступок, рядом с употреблением алкоголя? Решают эти люди
только один раз. Да, и опасность. Я могу ожидать один-два перепонятия. Меньше времени. То есть у нас нет лица. У нас, например, примером приведу, что есть человек, который, например, систематически совершает кражи. Потом. Ведут беседу непосредственно на территории того учреждения, где он учится. Неважно, совершил он это во дворе дома около берега, если он учащийся школы Канука, его приведут в школу Канука, и потом в протоколе будет писать, где совершено, будет написано школа Канука. Это касается школы Ванарина, касается СНТУ, неважно, гимназии. Скажите мне, пожалуйста, после того, как построить здание полиции, возможно ли такой вариант, что непосредственно несовершеннолетний, который совершает то или иное деяние не в школе, не на месте непосредственно обучения, а вне, будут заслушивать непосредственно в новом здании. Дабы, простите меня, не брать статьи. Чтобы было написано, что полиции. Я вообще-то говорю, Олег Иванович, это не смешно, потому что потом приходят, я это знаю, приходят, например, различного рода проверки из Министерства образования, в том числе там по качеству и так далее. Мы это обсуждали на нашей комиссии. А потом смотрится, такой, извините меня, у Канука школы там 17 случаев там каких-то в школе. А случаи-то не в школе были вообще. Никакого отношения к этому не имели. Заслушивают на территории школы, это да. Даже если это происходит во дворе, на пляже, это происходит, не знаю, где, летом, вне. Вот в этой ситуации понятен мой вопрос или нет? Да, Елена Николаевна, я обязательно этот факт проверю. Вот знаете, пожалуйста, потому что не может быть такое, если человек совершает какой-то проступок, где ребенок не школы Канука, я могу сказать, что это самое ванолинное. В данном случае там могут просто писать, что как он учится в школе Канука, но никак я не проступок. Это остается в физических данных, и, девочки, я могу вас уверить. Дело в том, что, к сожалению, мы с этим столкнулись. Вот, и поэтому этот вопрос у нас даже на комиссии стоял. Если опрашивает ребенка в школе, это будет только планское решение написано место. А место нарушения это статистика, у нас же не должен быть. Вам не идет, вероятнее всего идет другие. Вот я знаю, куда идет. Но наши базы данных не только запросы, это не может быть. Тогда вот в этой ситуации, когда мы еще уточним, по крайней мере, у нас такая информация, будем говорить, статистика была мягко. Вот говорите, наши базы данных не прежде может пользоваться. Понятно. Спасибо большое. Так, пожалуйста, извините, вопрос касается следующего. Статистика показывает, что в принципе два негативных момента населения, и не только населения, и по Эстонии, это семейное насилие и увеличение количества нарушений правил дорожного движения. Как я понял, да? Ну это выявление. Выявление. Так вот, звучало, что количество выявленных нарушений правил дорожного движения связано с тем, что полиция стала работать по ускоренному варианту оформления штрафа. Вот. А не кажется ли вам, что это все-таки связано с тем, что в целом в государстве и на нашем регионе культура вождения, соблюдения правил дорожного движения настолько не изменилась? И есть ли какие-то программы, которые вы могли направить на то, чтобы эту культуру повысить и снизить этот процент правонарушений, поскольку растет количество автовладельцев, и в принципе мы тоже наблюдаем в нашем городе, что этому моменту оказывают недолго.
что там залог был, например, за 3-4 дня, тем, что нельзя, все это надо. То есть мало никакого отношения. Поэтому и патрульную службу направляют сюда, и именно заниматься дорожным надзором. Программы, как таковые, программы они есть, но не по всем правонарушениям. То есть если мы возьмем пьяного водителя, у нас имеется такая программа поля данной. То есть там должен человек соответствовать определенным, не должно быть нарушение, первое нарушение, да, и он проходит эту программу. То есть психолога, это молодая старого правительства института.
получается, нам будет круг. То есть она будет детей калечить. Вот сейчас, ну, как это называется, когда там наши друг помещаются? Шоковая терапия, мужка в спецшколу отправляет. Но она все время стоит со стороны, но она же не этого ребенка в школу. Понимаете, она такая угроза в какой-то степени. Вот что с этим делать? Слежку никакую здесь просушку мы не можем, это все-таки я не стоит, как надо говорить, это с вашим разрешением своего жизни, своего возможно. И здесь это комплексы подходы, все-таки вы разговариваете с людьми, что не имеете ли на место такое, если социально отделано для полиции, где это под особое было надзорно, именно этому полинам, какими к тем действиям общались. Если пока за словами что-то не подговаривают, у нас есть взрослые, мы говорим, машины, где Леонид приезжает сюда в народ, и детей взрослых подавляют, так же эти магазины, и что-то, которое долго давать воровать еще. Очень тяжело делать, чтобы в плане подавляться, пожалуйста. Еще, пожалуйста, коллеги. Татьяна, пожалуйста, еще вопрос. А вот если наблюдаешь какие-то вандальные действия или там оскорбление какое-то, заснял, мы не собираемся с ним играться. И принести в полицию, у меня примут телефонную информацию, или скажут, что вас лично не оскорбляли, вашего ничего не били, или разыскивать этих, ну или как-то реагировать на это, будут или нет. Или это имеет можно делать? Если правонарушение, вы должны его согласны. Нет, если правонарушение, вы сказали правонарушение. Да, я зачем же не нарушил? Нет, конечно, вы не будете. Когда сообщите нам, конечно, мы это не будем. Ну, это принимается. Принимается, и мы занимаемся этим. Это то же самое, как приведу пример, что мы нарушение парковок, то есть мы фотографируем, отправляемся на правонарушение. Ну, это как более интересно. А такие вот парки, мусорные урны, кого это придут, особенно что-то изрядно. Конечно. Это доказательство, это будет доказательство. У меня реплика, предложение. Короче, у нас по-прежнему остаются проблемы гонки по улице Кеск. Последний, для меня, например, последний случай, это было конец лета уже. Мы уже немножко гуляли. Я не знаю, какая скорость, но это очень большая скорость. Несутся, я даже не успел номера посмотреть. Доезжают до памятника, там сделают дымом разворот такой, гирашом, и обратно в эту сторону. Или поставить камеру, которая фиксирует и фотографирует. Ну что-то надо делать, потому что на самом деле это часто. Вот я разговариваю, когда разговариваю, они говорят, да, это часто у нас происходит. То есть что-то с этим человеком не надо. Да. Ну, у нас было и выявлено, мы нарушили такие вот по улице Кеске ездили. То есть патруль, старший патрульной службы, Александр приходил сюда, я не знаю, он сам приезжал сюда, на некрашенной машине стоял, он не может быть, может попадать в такие программы, если не приходишь. Мы то же самое, что на улице Кеске, на самом сравнении, не остановились. Может, играть в полицейской? Местным управлением может поставить камеру, чтобы фиксировать хотя бы. Это ненормально. Там у нас всегда пока не видели. Насколько я знаю, ставил в том числе и департамент полиции у нас камеру, если вы помните, летом она стояла какое-то время в городе. Да, нет, у нас есть пернатые камеры, которые приезжают. А пернатые камеры находятся, у нас один специалист, они находятся в ИФИ, но мы даем ориентировку, имеется в виду места, где мы хотим видеть на эту камеру. То есть они как их силами, так они на Руэйсу везде. Вот, Сергей Владимирович, вам пожелание, ставьте эту камеру почаще к нам. Вот один человек. Она стационарная. То есть ее выставляют, так ставят, и в машине человек, он даже не уходит, никого не останавливает. И потом этот человек идет в полицию. Спасибо.
Коллеги, готовьте фотографии с камерой, в будущем также будет поступать. В принципе, предложение нормально. Но это не является штрафом. Это просто вот такое наказание, которое не идет ни в качестве исповеди. Как это не идет? Мы как раз хотели, чтобы шло. Так, коллеги, еще, пожалуйста, вопрос. Вопросы? Если нет, уважаемые коллеги, тебе и уважаемые шарфы. Со своей стороны. Будьте добры, узнали. Я еще раз от всей души хочу поблагодарить городское право, городское собрание за тот опыт, который вы дали, потому что более года я установился в основном, что выступаю именно в городе с вами. В Нарве один раз был, в Нарве еще несколько раз, но потом как-то все это затихло. Пытался реанимировать, но все это как бы пошло на нет. Но у вас периодически, то есть этот диалог происходит, большое вам спасибо. И кто еще не в курсе, почему я это говорю, то есть с 15 ноября этого года я делаю шаг назад со своей области. То есть ухожу с руководителем нашего региона полиции с 15 ноября 2020 года. Почему? Потому что я на этой должности уже 10 лет, происходит адаптация, где я окажусь, не могу сказать. У меня еще этот год юбилейный в этом отношении, то есть могу и выйти на пенсию, могу вернуться дальше, то есть там уже посмотрю. Но с 15 ноября я ухожу с этой должности, скорее всего, где-то будет в префектуре в этом отношении, может быть, не правильно, я еще не знаю, предложение в этом отношении. И придет новый человек, корпус уже проходит эту должность. Мы, это был как эксперимент в этом отношении, конкурс объявили за, можно сказать, 7-8 месяцев. Потому что мы не знаем, как конкурс пройдет, найдем ли мы человека на это место, может какой-то сикпак мне придется делать. Но потом этому человеку надо и свои личные дела, просто писать, то есть переезжать, искать свою работу там доделанную, искать жилище. Поэтому сделан такой большой запас в этом отношении, чтобы он мог перейти, появиться. То есть после отпуска, я в августе отпуск, скажу, сентябрь, октябрь, он вообще будет как со мной работать, чтобы видеть, как работает отделение. И может что-то не понравится, будем переделать. Вот такой у нас как бы, маркетинг, который пошел, чтобы человек на работу. Объявление мы видели о конкурсе. Да, вот я просто, чтобы его каких-то должностей. Я уже как должности тоже были, хорошо, что вы сказали. Да, в этом отношении. Так что у меня было 10 лет, потому что в другой префектуре, я знаю, там люди 5-7 лет проработали, их ротация произошла. Мне, благодаря там, префекту генеральному, что 10 лет на таком месте проживала, и мне послужили честь. Спасибо. Еще. Спасибо вам большое, уважаемые коллеги. Мы в любом случае надеемся, что эта традиция у нас состоит. Я надеюсь, мы еще будем вместе работать. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Для первого района, для первого района функции информационного Челанаева на Винополе проекте Эптикандия Лина Абриадзинец-Калберт, Гасептикандия Архидеклина Планерия Анатолий Шпатов. Итак, уважаемые коллеги, второй пункт повестки дня, информация о проекте школы Ивана Ильина, докладчик мэр города, что докладчик Анатолий Ильич, пожалуйста. Анатолий расскажет тогда насчет архитектурного конкурса. Прошлый год городское собрание принимало решение здесь перед вами. Первый пункт принимать информацию к сведению, что мы вам дали права на школу продолжать. Школьный сеть так, что у нас остается русскоязычные школы основные и одна эстонская основная школа. Для проектирования школы Ивана Ильина проводить архитектурный конкурс, место нахождения школы
стороны 6. И новая школа проектировалась так, что там предусматривают 9 классов, 2 параллели и примерно 7,3 квадрата на одного ученика. И дальше было дано задание городскому управлению составлять комиссию, кто-то анализирует выигрыши. Эту информацию мы скоро вам даем. И также городскому управлению подготовить Тегерусского, как во время ремонта действует Бананина школа или Тегерусская. И здесь данные этого проекта, немного нам дали деньги, и мы должны тогда завершить проектирование, строительство, покупка оборудования и строительный надзор. И все это должно быть готово 31 августа 2022 года. Сегодня в школе 400 учеников. Это 27 классных комплектов плюс такая индивидуальная учеба. И плюс надо учитывать, что там еще персонал 86 человек. И банали на школе сегодня ставлю 5300 квадратов, плюс как-то спортивная часть. И кроме этого у них есть помещение еще и пару 27. А, не видно, это мышка. Так что сегодня у них помещение все вместе почти 6000 квадратов. И там класс, помещение 39. И в принципе это надо все теперь куда-то разместить. И прогноз учеников и класс комплектов на 2 учебного года. И следующее, вы видите здесь все вместе, следующий учебный год 380 учеников прогноз. И через год 381 класс комплектов, когда 20 и 20. Так что, в принципе, идет по две параллели в следующем году и через год. И примерно 31 класс как-то требуется. Ну, здесь уже вы видите эту схему тоже, в принципе, к чему мы потом уже придем, то я уже вперед немножко, что это СК, это Силан Гимнажин, как-то принимает 9 класс. Первый год там будет тогда 38 учеников и следующий год примерно 50 учеников. И остальные ученики тогда будут учиться на базе скалы 25. И на самом деле мы рассматривали разные альтернативы, более такие реальные, перед вами, что мы реально рассматривали и прошли персонально. Первый был, что осветить маленькие классы в эстонскую школу, второй, седьмой класс, на самом деле третий, седьмой класс ставил 25, и почти классы тогда при гимназии. Тогда был еще вариант, что часть классов разместить в Кановскую школу. А третий вариант тогда это, что основной вариант, где тогда 8-9 классы мы первоначально планировали на базе гимназии, но поскольку в гимназии у нас сегодня очень много учеников, если не ошибаюсь, 180, тогда гимназия может принимать только 9 классы. И остальные как-то на базе Чикаго 25. Чикаго 25, напомню, это бывшая школа, поэтому там достаточно удобно это все организовать. И если Чикаго 6, там примерно 6000 квадратов, тогда здесь 4300 квадратов. И конечно, мы должны наблюдать даже на 2 этого года, эти условия, как там,
здравоохранения. Так сказать, помещение должно быть там освещенное, легко чистить и так дальше. Я к этому это скажу, потому что были разные другие варианты, например, освестить здесь это бывшая первая школа и так далее. Так. А там придется делать достаточно большие вложения. Тогда конкретно уже гимназия, там тогда 9 класс будет учиться для этого на втором этаже класса для них будет подготовлено. И здесь действие, это значит, что в классе там ничего ремонтировать не придется, привезем туда мебель, договариваемся между школами, как там действия идут, кто за что отвечает и так дальше. Скажу 25, здесь перед вами первый этаж. Зеленые это эти помещения, что пользуется только школа. Вы видите, на первом этаже есть достаточно мало. Собственно, это все идет перекрестное использование, что утром использует школа, а после обеда тогда другие организации, в основном это будет Эгрегус. И красное это все когда полностью будет Эгрегус и арендаторы. Здесь вы видите, это ключ, это аренда и так далее. Второй этаж, опять зеленый это для школы, это совместное использование зала там и красный это тогда для бульдерец. И третий этаж, также зеленый это школа, здесь видно один до третий, первый это третий класс, и тогда желтый это совместное использование красный. Это бонусы для обучения. Так что схема есть, договоренности между учреждением принципиально есть, и придется теперь оформить, скажем. Надо распространение городского управления еще. Арендаторы там тоже и существует сегодня, и есть фирма и продолжает. Там все стратегия так же продолжает, только с условием, что первая половина дня может эти условия, эти помещения пользоваться школа. Эдуард Синчик, кто войнует один класс и пользует один класс,
переводим сами. И летом мы так планируем, тогда начинать проектирование, чтобы свести старое здание, и осенью можно уже ставить здание синтезии. Также придется определить разные государственные инстанции. Спортивная часть будет, наверное, в спорткомплексе в основном. Это вас тоже вели переговоры с спорткомплексом, как что скоро будет тогда утреннее время и перед обедом заниматься спорткомплексом. Это труп, или как это называется, который выходит. Там есть договоренности, что большие классы этот труд ведут в училище, с ним тоже переговоры вели, и маленькие классы на базе УДИ. Придется еще документацию менять, и еще много свободы, что нам все с этим показано. Здесь это сайт насчет спорта, действительно тоже, что в принципе это насчет большого зала. Сегодня, например, в этом понедельник 14 зал занят, а утром это все открыто. И в какой-то день будет еще, это Дина была 14.30, а в принципе же не проблема там спорткомплекс, это организация школы. Здесь это тоже, что там тоже говорили. И не только что, о чем тоже говорили. И теперь сейчас Кружков и Чкалы 25 переедут в Камскую школу. В Камской школе они будут находиться на 4 этаже. Здесь эта схема. Жесткие эти помещения, где это действие по интересам будет происходить. Зеленый совместность, это использование ими синий, где будет находиться школа. В принципе, уже две помещения Наталья Макова сказала, что они уже ремонтируют, и одно помещение на Чкалы 25 они уже освободили, так что все определено, кто где, поэтому действия уже идут. И там, как я тоже план действия, что в феврале, в мае, когда вы там подготовите эти помещения, переезд в июне. И один такой вопрос, что мы должны еще анализировать, это что как тогда автобус у нас будет двигаться, потому что остановку около Ванадина на школу, наверное, не понадобится, а зато вечернее время около Ханской школы, ну, какой-то транспорт, наверное, надо организовать. И дальше от помещения, формальные вопросы. От меня все. Можно? Ну, я, конечно, может, ошибаюсь, но дети младших классов на третьем этаже и столовая на первом, спортзал, ну, спорткомплекс, это будет такой муравейник. Они очень неорганизованы. Классы по 30 человек. Это все время надо будет все перемены, значит, движением правым, ромовским причем. Обычно первый класс располагает на первом этаже. Плюс безопасность, это третий этаж, окна и такое. Вот, может быть, как-то и подумать, или это уже решено по количеству там помещения, площади, вот это все. То есть первоклассникам удобнее, они такие расстояния очень растягиваются, это вся перемена будет только или полперемены идти в одну сторону, кое-как поедут, или будут опаздывать идти на третий этаж, и также ну, во всех помещениях, ну, или спортзал переходить, в смысле, дальше. То есть для них это большая дорога. И они очень неорганизованы, маленькие, и классы большие, 30 человек. То есть это будет движение только по лестнице, и трата большая во времени.
спуститесь на первый этаж, или это помещение не позволяет? Дети большие, дети там 8 класс. Спасибо, что заботитесь. В общем, что это уже один раз у нас был, была встреча, расстрелись, она тоже, они посмотрели эту ситуацию, еще придут посмотреть, кроме них еще ветеринары. Не удивляйтесь, это правда, ведь это именно питание, а не организация. Что здесь можно, да, сомневаться, а вместе с теми самыми со школой, где именно это все специалисты есть, где эта компетенция есть, это мы это лучшее решение для детей не найдем. Да, просто рационально, не вопрос там. Пожалуйста, я напомню предысторию. Мы предлагали строительство новой школы на стадионе Чкалова-25, и, к сожалению, английская фракция и городское управление нас не поддержали. Напротив, жители города эту идею поддержали, и наверное, это было бы правильно. То, что сейчас мы видим, то, что сейчас нам рассказывается, это, честно говоря, за грани вообще. Я объясню, в чем суть. Дело в том, что когда мы начало 25 было общее собрание, и мы там говорили об этом проекте, нам было сказано, что дети будут питаться, которые находятся на Чкалова 25, временное содержание, будут питаться в эстонской школе. Сейчас мы вдруг узнаем о том, что дети будут питаться в столовой непосредственно Чкалова 25 здания. Но эта столовая там занимала место театр, и теперь помещение надо полностью отремонтировать, привести в соответствие со всеми стандартами санитарными норм и так далее, и так далее. Туда опять же надо завести тогда теперь новое оборудование, и самое интересное получается, что это будет сделано на там, 1.5-2 года. Да? То есть это инвестиция, может быть, там в сотню другую тысяч евро, которая будет сделана всего лишь на 1-2 года. И потом, куда девать, опять же, оборудование и сделанный ремонт. Потому что, опять же, эти помещения не будут использоваться по назначению, когда будет построена новая школа. Вы представляете, в какую глупость мы вляпались благодаря вам? Глупые мы, глупые. Да, это реплика была. Надо было сразу сказать, а я еще здесь дуком ждем. Гульнара, пожалуйста. Теня, скажите, пожалуйста, вот новая школа будет организовывать, будет демонтироваться столовая из третьей школы и переведена в основную, или будет закупаться новая оборудование? Коллеги, кухня и столовая вещи разные. Кухня там, где готовят пищу, это столовая. Кухни там не будет. Это разные вещи, как готовить. Откуда здесь детям будут привозить еду? Для этого существует, простите меня, у нас в городе существует система, когда готовят полуфабрикаты, когда готовят непосредственно при школах, в кухне. Вы же знакомы с этой системой. Ну, то есть детям будут привозить. Конечно, когда. Не полуфабрикаты, а не только, еще раз скажу, это не кухня. Произнесено было слово «столовая». Там, где накрывают, там кормят. Пожалуйста, добавьте, если что, ты не добавляйте сам. Нет, ну это оборудование, что сегодня имеем, то и точно тоже. Нет, ну, третья школа вторую, да? Да. То есть новой покупки нового не будет. Но там сейчас никакого нет оборудования. И в третью перевезут во вторую. Кто-то покупает. Уже объявил за 100 тысяч. Вот ты уже объявил. Нет, я не объявил. Вы не повторяете то, что не соответствует истине. За двери написано слово «профессионалия», а за дверью лыжи лежат. Не повторяйте то, что в действительности не соответствует действительности. Коллеги, вопросы, пожалуйста, Александр. Скажите, пожалуйста, поток вы 20-25, если вы считаете, поток вы будете работать только на там сейчас или это сезонный? Так, еще, пожалуйста, вопросы. Если вопросов больше нет, Анатолий Иванович, тогда вам слово, пожалуйста. Добрый день, уважаемые члены городского собрания, члены городского управления.
для того, чтобы найти наилучшее решение для его создания, был объявлен архитектурный конкурс, конкурс архитектурных идей, который проходил с середины октября, и подача работ была определена 17 декабря. После этого начала работать комиссия по госпоставкам, которая квалифицировала все работы на предмет соответствия закона о госпоставках. И работа была представлена 2015, все работы были квалифицированы и поступили на рассмотрение жюри. Жюри начало свою работу в начале февраля, и сейчас краткий обзор тех работ, которые были представлены. Все работы были представлены с наименованиями, мы не знали, кто является автором этих работ, поскольку данные об авторах были запечатаны в конвертах, поэтому рассматривали только по названию. Первая работа АО. Если коротко, то жюри оценило ее как работу, оформленную на хорошем уровне, что решение соответствует исходному заданию, но уровень идеи по отношению к общему уровню этого конкурса ниже, чем остальные работы. По этому эскизу площадь помещения 4 тысячи 200 квадратных метров, так приблизительно. По нашему исходному заданию цифра была 3834 метра, поэтому где-то на 500 метров эта работа превышает наши ожидания. Следующая работа в алфавитном порядке, работа АРИ. Это трехэтажное здание. И жюри оценило, что это выполнено на профессиональном уровне, соответствует исходному заданию, и площадь приблизительно на 300 метров больше, чем нам хотелось бы. Работа Ассенселя оформлена на хорошем уровне. Ну, надо заметить, что из всех работ, 21 работы, только по этой работе был выполнен макет. Причем два макета было выполнено, это вот еще одно, здесь крыша одно, один корпус, вторая, здесь еще одно крыша. И эта работа соответствует исходному заданию, в принципе, площадь тоже соответствует исходному заданию нашего желания. Следующая работа, я боюсь, что я не прочитаю это название. Но работа, жюри оценила, что работа выполнена на профессиональном уровне и соответствует исходному заданию. Но, к сожалению, площадь больше приблизительно на 400 квадратных метров. Работа Эмала. Два корпуса, три этажа, выполнены на профессиональном уровне, соответствует исходному заданию и приблизительно 500 метров больше, чем. Следующая работа «Фронт» состоит из 5 корпусов, выполнена работами более и площадь приблизительно на 600 метров. Следующая работа «Пол» с внутренним звуком. Работы выполнены на профессиональном уровне, соответствует исходному заданию, но показателей не было в общей площади. Работа Хай. Жюри оценила, что это на хорошем уровне, а не на профессиональном уровне выполнено, но соответствует исходному заданию, и все-таки ее уровень не для общего уровня работы. И площадь превышает приблизительно 400 метров. Работа кластер. Одно здание, 3 этажа, это вид со стороны реки. Работа кормоцветовая.
500 метров больше, чем на этой. Работа мастера. Сама по себе очень интересная работа, но это понятно, с ними и для этой, по-моему, если я помню. Но совершенно не подходящая для школьного здания. Хотя в панораме города смотрится красиво. И, кроме того, площадь превышает на 400. Работа ну, эта работа оценена была ниже всех остальных, как по идее, так и по подаче материала, но по площади она более-менее превышает. Риск. Работа выполнена на профессиональном уровне, так и при исходном обладании, площадь соответствует нашей желаемой площади. Такая весьма своеобразная работа, состоящая из прямоугольника одного, потом возникают разные другие формы. Идеи. Учили оценили эту работу как профессиональную и соответствующие исходному заданию, но ее площадь больше на 30 метров. Работа вперед. Трехэтажное здание на хорошем уровне выполнено и соответствует условным заданиям. Мягкие пятики. Тоже интересная работа, состоящая из четырех кусков, которым замыкает четыре двойка и которые... Честно, буду опять знать, но видите, видно, будет даже будет играть. Это не надо было. Я что договорились. Итак, коллеги, идем в повестке дня, возвращаемся все. Очень хорошо. Хорошо, это Сева и Сева Кора Юрден, Мишон Сева Кора Дьяволе, Пух Дьяволе, он сделанная линна Лиза и Лаза. Итак, следующий пункт повестки дня, принятие дополнительного бюджета города Челоме, эти карты Татьяна Иванова, Татьяна Балка, Татьяна на
удалось применить учреждение окружающих среды, на котором все активы, что за спингенгом уменьшаются наши доходы основной деятельности. Расход на бюджет бюджета или расходов основной деятельности. Первое, мы предлагаем уменьшить хозяйственные расходы в бюджете нашей централизованной городской бухгалтерии и на 4000 нашу сумму увеличить персональные расходы. Предлагается руководителю учреждения. Что касается аренды проектов, у нас целевым назначением сумма 7635 евро была запланирована, когда мы подавали новое проекта, который у меня говорила только что. И это доля самообеспечения или самофинансирования со стороны города. Мы выводим из аренды проектов и раскладываем, как впрочем, деньги от иного по тем трем школам, которые финансовано выше. Уточнили рекрутов народа населения. Что касается нашего открытого молодежного центра, если кто обратил внимание, сумма остается неизменными. Только одно название меняется на другое, поскольку эта организация была по-другому зарегистрирована в прошлом году, и что у нас совпадало и бюджет, и название регистрации этой организации. Мы обнулили старое название и поставили те же цифры перед новым названием. Что касается, вот у меня на должности выделено, это денежные средства, которые мы снимаем с наших учреждений после того, как мы распределили государственную поддержку на деятельность по интересам. Поскольку я сказала, на 7443 нам дали меньше, поэтому мы пропорционально со всех учреждений снимаем определенную сумму. Центр культуры 234 евро, музей 170 евро, это персональные расходы. Литовская школа персональных расходов, которые финансируются из городского бюджета, 292 евро. Что касается государственных денежных средств, это денежных средств на заработную плату учителей школ, здесь у нас идет чисто арифметика, мы 69744 снимаем, о чем я говорила выше, это лифт отошел 30%, мы ждем другую сумму и добавляем 31901, то есть ту сумму, которая необходима, чтобы была полностью покрыта заработная плата тех старых учителей, которые в школе, и напомню, что старший учитель в этом году 1315 евро. Хозяйственных расходов из городского бюджета в данном случае мы аккумулируем денежные средства на реализацию проекта, направленных на детей с особыми потребностями для улучшения их школьной учебной среды. По каждой школе делаются определенные работы, и когда школа сейчас уже получает эти деньги, они там направляют их поставку, каждая школа выполняет то, что было подано в проекте. И на 1523 евро увеличиваются хозяйственные расходы из бюджета, это дополнительные полисы для учителей и федеральные учебные средства для детей. Поскольку количество детей в школе в нашей школе увеличилось, поэтому идет увеличение суммы. План «Винополь» поддержка деятельности по интересам 489 евро сняли. И с заработную плату учителей в школу направляем 24654 евро. Количество детей уменьшилось в школе, поэтому учебные пособия идут у нас минусом. В каждой школе мы снимаем 685 евро. Поддержка деятельности по интересам. И поскольку в Каннова школе 1 сентября прошлого года было сокращено все полностью ставки педагогов и была проведена работа проведения класс-комплекта в одной параллели по необходимому количеству детей, то в данном случае по Каннова школе идет сумма снижения. Хозяйственные расходы. Здесь мы аккумулируем деньги для проведения реализации проекта на детей с особыми потребностями и уменьшаем государственные денежные средства. В гимназии снимаем 1000 евро деятельность по интересам, добавляем на реализацию проектов, которые поддерживают иного, и увеличиваем полис учреждения для гимназии, поскольку количество детей, которые мы уже слышали в нашей гимназии, с прошлого года увеличилось. Что касается блоков в гимназии, которые представляют собой только персональные расходы, направленные на учителей, то вы видите, здесь и городской бюджет, и государственный.
В этом году государство для всех будет существование нашей гимназии выделило столько денег на заработную плату учителям, сколько это было необходимо по расчету. И поэтому если доля города уменьшается, время расходов увеличивается государственное денежное средство. Все, что я вам говорила по распределению денежных средств на персональные расходы учителей, все деньги, которые дает государство на основную школу, на учителей, нам, естественно, не хватает. Поэтому мы вкладываем свои деньги. И когда мы утверждали бюджет, я напомню, что у нас был сформирован резерв основной школы, где мы саккумулировали деньги целевого назначения, которые шли в образование в прошлом году, все остатки собрали. Теперь 94 648 евро мы распределили на все проблемные наши основные школы, с которыми нам хватало денег. И остались здесь 6026 евро, которые идут в течение года на покупку услуги судейских или опорного лица, который сопровождает ребенка с особыми потребностями в процессе всего, в ходе всего учебного процесса. Помимо того, что мы распределили поддержку государства на наше учреждение по деятельности по избережным, мы саккумулировали денежные средства на одной строчке, в данном случае плана на случай 2484 евро. Это деньги, которые пойдут на поддержку деятельности по избережным на МСЮ. Их тут несколько, и по мере того, как будет подписываться договор с таким МСЮ, мы будем задействовать эти деньги. Но поскольку мы уже слышали, поэтому мы тоже снимаем 1098 евро. Что касается социальных денежных средств, то все, что у нас отражено в доходной части бюджета по изменениям, нашло отражение и в расходной части по этим же статьям. Единственное уточнение хочу сделать, что расходы Азинбурга, Мерида, Фокус, Тенуса, Тойтус, которые направляются расходы на услуги детских домов, в бюджете у нас утверждено как социал Тойтуса. Мы обновляем эту строчку, у нас вместо этой строчки идет маленький скул, поскольку социал Тойтус необходимо направлять конкретно на физическое лицо, которое получает социальную поддержку. А на сегодняшний день, и это практика прошедшего года показала, что все детские дома, где проживают зарегистрированные в нашем городе дети, составляют нам счета, будь то наш Тойтус или из ближайших городов, где наши дети проживают, выставляют нам счета, и мы оплачиваем проживание, одежду, питание, то есть хозяйственные расходы, которые идут на ребенка. Поэтому мы поменяли сумму, изменилась, уменьшилась только на ту сумму, которая у нас в доходах уменьшилась, и поменяли вид расходов. И наши расходы основной деятельности также уменьшились на 45 124 евро, и наш сложный бюджет. Доходы основной деятельности уменьшились, расходы основной деятельности уменьшились, и по критерию стульни, естественно, осталось у нас без изменений, пока нужно какие-то изменения, мы в данном дополнительном бюджете будем предлагать. Коллеги, вопросы, пожалуйста, докладчику. Не вижу. Тогда просто докладчику Валерий Георгиевич, пожалуйста, вам слово. На заседании финансовой комиссии мы рассмотрели этот вариант предложенный городским управлением дополнительного бюджета. Ну, все поправки были понятны, имели все как бы объективную причину, все объяснили, все, все члены комиссии этот бюджет удовлетворяет, и мы рекомендовали его для принятия в городском собрании. Спасибо. Итак, уважаемые коллеги, да, пожалуйста, Татьяна. А вот скажите, пожалуйста, мы все время с бюджетом работаем, как бы, а вот приходят изменения от государства, грубо говоря, а вот эту политику как-то можно заранее определить, или это там тоже так меняется, и не давят перед фактом? Не только меняется, меняется в течение двух месяцев каждую неделю. На неделю два раза. На неделю два раза. Пока не собирается, то это да, что движения такие стороны, что туда-туда. Я думаю, что к вопросу формирования бюджета вообще будем говорить. Мы с вами еще вернемся в процессе одного из наших пунктов повестки дня. И все-таки, коллеги, есть еще вопросы, докладчик? Пожалуйста. Мы сегодня зарегистрировали документ. Это не касается принятия данного
конкретного изменения, но все-таки касается бюджета. Значит, в октябре 2019 года в нашей фракции были поданы предложения в бюджет на 2020 год. И пункт, там есть шестой, предусмотреть в бюджете города Силамяя 250 тысяч евро на поддержку реновации жилых домов. Но этот пункт в бюджете все-таки был принят частично из-за отсутствия средств в планируемом бюджете. Мы считаем, что утвержденная на сессии городского собрания сумма явно недостаточна, учитывая возраст жилого фонда и изношенность его инфраструктуры. Особенно это касается сталинских домов. Помощь жилому фонду, выделяемая из городского бюджета, очень мала и не учитывает того, что реновация домов сталинского периода затратнее, чем реновация домов более позднего времени. Для пополнения бюджета и получения дополнительных целевых средств на реновацию жилого фонда мы предлагаем: первое. Внести в повестку дня заседания городского собрания в марте 2020 года пункт о сокращении на 50% персональных расходов депутатов городского собрания города Силамяя с 1 мая 2020 года. И второе. Внести в повестку дня заседания городского собрания Силамяя в марте 2020 года пункт об увеличении суммы для поддержки реновации жилого фонда и направить на это средства от сокращения персональных расходов депутатов. Так что сегодня этот документ зарегистрирован, я вам его прочитал. Уважаемые коллеги, я возвращаюсь к проекту выполнения бюджета города Силамяя. Кто за его принятие, прошу пожалуйста. Кто против? Воздержался? Тогда единогласно принято. Поэтому разъясню пункт о признании недействительным постановлений Силамейского городского собрания строительства города Силамяя. Докладчик Алексей Степанов, Силамяя Римского Липога, Силамяя Линная, Игитус Мяров, Эфитус Турни Силамяя. Эфика, Ярославина Пира, Алексей Степанов. Пожалуйста, Алексей Васильевич. Уважаемые депутаты, строительный состав города действует с 2004 года. За это время произошло много изменений профильных законов. В частности, установился строительный кодекс, что менялся закон о планировании. И с вступлением в силу нового строительного кодекса было самоуправление до нового года, чтобы привести в соответствии с законом свои строительные уставы, либо же их отменить. Поскольку мы строительный устав не меняли и не отменяли, то этот документ оказался в противоречии с сегодня действующими законами. Отсутствует норма закона, дающая полномочия для такого постановления. И многие понятия, которые применены в этом документе, они уже идут в разрез с теми понятиями, которые в сегодняшних законах есть. Более того, тот же закон о планировании, строительный кодекс достаточно четко регулирует эту деятельность, и не нужно ее дублировать в строительном уставе города. Поэтому предлагаем этот документ отменить. Самоуправление может заниматься регулированием своих внутренних положений и другими способами. Для этого нужен строительный устав. И в дальнейшем ссылаемся уже на действующие законы и вырабатываем свою внутреннюю регуляцию, которая нам позволит внутри нашего здания работу организовать. Спасибо. Спасибо. Итак, коллеги, вопрос банальный. Пожалуйста, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, а у нас есть какие-то решения, принятые на основании вот этого действующего положения? Вот этот срок с момента принятия закона государства? Когда мы ссылались на строительный кодекс, то, естественно, мы смотрели, чтобы он не противоречил закону. То есть именно используются именно те части постановления, которые не противоречат закону. И при внесении каких-то решений мы не ссылались на строительный кодекс. Но в последнее время такой практики нет. Мы уже нигде не ссылались на таких решений. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы докладчику. Не вижу. Кто за то, чтобы принять недействительное, принятое городским собранием 27 апреля 2004 года постановление о строительном статусе, строительном положении, кто за это ошибался? Сколько он должен был? Решение принято. Эвакуара Яковлевна Пункт. Сена Налина Оренбукава Эрара Стратегия Ванкон на Питерсе Оренбукава Д. Добивался меня я, ну, не все алгата меня. Это кам я, Селина Пиар, Алексей Степанов. Инициирование изменений программы развития бюджетной стратегии и программ развития по сферам деятельности города Силамяя. Пожалуйста, Алексей, вам слово.
Уважаемые депутаты, мы каждый год выходим перед собранием с вопросом о начале процедуры по изменению плана развития города. В этом году мы делаем то же самое, за тем лишь исключением, что сроки делопроизводства предлагаются сократить. Как правило, мы передаем проект плана развития к 1 июня для городского собрания. Затем собрание рассматривается в комиссиях. Если все нормально, проект одобряется, направляется на публичную демонстрацию и определяется срок даты публичного обсуждения. И затем поступившим предложением и замечанием, опять же, по итогам работы комиссии, документ в сентябре, как правило, городским собранием принимался. В этот раз мы предлагаем сжать срок делопроизводства, передать проект документа не к 1 июня, как это было ранее, а к 1 апреля. То есть у нас примерно месяц, чтобы разработать проект документа. С той целью, чтобы депутаты рассматривали этот документ в апреле. И дальше планируем, чтобы личная демонстрация обсуждения проходила в мае. И окончательный вариант документа на принятие будет представлен уже в июньской сессии собрания, чтобы в конце июня, если все будет нормально, собрание этот документ утверждало. И в составе этого документа есть бюджетная стратегия, которая является для основой для составления городского бюджета. Тем самым мы уйдем от параллельных процессов, которые сегодня происходят. Начинается работа над бюджетом, еще не утверждена бюджетная стратегия города. Ну и плюс не накладывается на летний период срок проведения публичного обсуждения, когда многие люди по разным причинам не могут присутствовать. Тем самым мы это дело производства проведем в первой половине года. И в дальнейшем планируем придерживаться такого графика с той лишь разницей, что начинать мы этот пересмотр будем не в феврале, а может быть раньше, например, в ноябре или в декабре уже текущего года. И Елена Николаевна уже упомянула, что процесс составления городского бюджета также может быть затронут. И если сегодня он принимается, как правило, на двух чтениях, в декабре и в январе, то это можно сделать раньше по времени и, например, первое чтение в ноябре, второе в декабре, чтобы городской бюджет был принят в конце года, что даст возможность многим получателям денежных средств городского бюджета вовремя заключить с городом договоры, и тем самым начисление для доходов, объединений и так далее будет произведено вовремя. Ну и город также со своими партнерами будет договоры заключать в феврале месяце, что дожидает принятия бюджета, а уже сразу с января. Спасибо. Коллеги, докладчик. Здесь сделал свои дела. Пожелания, которые были озвучены в том числе на фракции и многими депутатами о том, что естественно бюджет лучше утверждать до начала 2017 года, а потом вносить изменения, поскольку это дает возможность действительно вовремя составлять договоры с недоходными организациями, с партийными клубами, не буду перечислять. Спасибо, что приняли это внимание. Кто хочет что-то спросить еще, пожалуйста, воспользуйтесь. Если нет, пожалуйста. А вот в рамках этого нашего предполагаемого решения, если проект предполагает больше обсуждения, можно тогда отодвинуть эти рамки? Ну, единичные. Ну, какой-то более масштабный, скажем так. И мы должны жестко, в соответствии этим срокам, укладываться по всем проектам. У нас есть определенные критерии, Татьяна, которые мы нарушить не можем, они исходят из закона. Например, программа развития, в том числе бюджетная стратегия, должна быть принята до 1 октября. Но никто не говорит, что она должна быть принята в июне, например, или в августе. То есть есть предельные сроки по окончанию. Документ должен быть передан до 1 декабря, но никто не говорит, что он не может быть передан, например, в октябре. То есть есть предельные сроки, которые определены законом, номинами. Мы должны их обязательно учитывать. И все остальное – это наш случай. Пожалуйста, Олег Петрович. Правильно ли я понимаю, что когда смещаются, сдвигаются сроки подачи бюджета, ходатайств от разных организаций, предложений, фирм и так далее? Если это потребует близкий срок, то да, это будет происходить, и отдельно будет объясняться, что делать их уведомлять, сроки подачи предложения бюджета, ну, в том числе в наших местах, подведомственных организаций, конечно, вся эта информация пойдет. Да, раньше. Пожалуйста, было бы хорошо, если бы об этом уведомили всех, о том, что сроки сдвигаются подачи предложения, чтобы не было так, что мы подаем в октябре, нам говорят, мы там чего-то, если мы подаем в январе, в декабре.
декабре, то опять что-то не так. То есть, чтобы мы совершенно четко знали, ну, в каком временном, скажем так, вот, пространстве мы могли тогда предложить бюджет. Ну, в принципе, не связано с планом развития, но я думаю, что распространение. Ну да, да, да. И все-таки с планом развития это, уважаемые, связано, поскольку мы утверждаем бюджетную стратегию, которая является основой для составления бюджета следующего года. Поэтому, пожалуйста, в любом случае это учитывайте. Да, Вадим? Я бы немного пояснений, может быть, не все знают. Значит, это все затеяно для того, что вот мы принимаем бюджет каждый раз в январе, в конце января. Это не очень удобно для многих организаций городских, у которых начинается год с января, и они где-то в воздухе висят, непонятно, работать и как работать. И поэтому, хотя мы видим, что да, допустим, в Сталине, в Нарве, там огромные сложные бюджеты, там тоже много цифр, они все-таки принимают их в декабре того года, чтобы начать. Вот с этим как бы связано. А прежде чем принять бюджет, нужно принять стратегию. Прежде чем принять стратегию, нужно сделать план развития. И поэтому сдвинули логично все. Вот таким образом, что в декабре мы уже приняли бюджет, на следующий год он был утвержден. Чтобы можно было работать. Потому что, я говорю, многие организации страдали, спортивные организации, они финансируются, и они сидят без зарплаты там месяц-два, пока мы тут все это обговорили. Поэтому сместили на... Хотя делать, понятно, сложнее в декабре планировать, но посмотрим, если другие это могут делать, то, я думаю, и мы сможем делать. Реплику? Да, пожалуйста. Тут просто такая ситуация получается, я почему этот вопрос тоже задал, да, что где-то приблизительно в сентябре-октябре подавали раньше, да, подавали все предложения, то теперь сместится на лето. То есть пора... Ну, я не вижу, что это приблизительно, там на 20 месяцев где-то назад, да? Это получается, что летний период, время отпусков тоже. Депутатов нет. Коллеги, внимательно посмотрите на проект решения. Горите, здесь даже дата приведена. Вот обратите внимание. Вот и что имеется касается программы развития, что является опять же тем документом, что является опорой для составления бюджета и основы. Итак. Городскому управлению предстоит предложение, называется, действующую программу развития, бюджетную стратегию, по необходимости также по сферам деятельности для их изменения более кубу не позднее 1 апреля. Коллеги, грубо говоря, 2 месяца у нас всего. Не то что. Потом может быть еще какие-либо замечания, но первые уже начинается вот. Март, апрель, это вот эти вот месяца. Никто не говорит, что это лето, август, вы только не думаете об этом. Для организации. И для организации, потому что им бы это тоже хорошо знать, чтобы они тоже планировали себе. Те, по крайней мере, которые планируют в следующем году у нас вести деятельность. Те, кто хочет уходить, то... Я думаю, что да. И это тоже документ, который надо обязательно об этом говорить. Коллеги, если замечаний больше нет, я считаю, что предложение городского управления очень правильное и своевременное. Кто за его принятие, прошу голосовать, пожалуйста. Итак, следующий пункт повестения. Узнание успешного предложения ввоз поставки и предоставление разрешения на заключение договора поставки. Докладчик Алексей Степанович. Алексей Александрович, вам, пожалуйста, слово. Уважаемые депутаты, в конце прошлого года мы получали разрешение городского собрания на проведение очередного тендера всеобъемлющего по уборке обслуживания территории города. Сегодня мы подбили итоги этого тендера, и об этом будет речь в моем докладе. Вначале я бы хотел рассказать, из чего складывается услуга по уборке города. Она, в принципе, делится глобально на две. Это зимний уборка и летний уборка. В рамках зимних работ производится в основном обеспечение беспрепятственного движения для транспорта и пешеходов. И у нас есть категории дорог, 4 уровня, 4-й самый высокий. И в порядке убывания это значит, что чем выше уровень, тем быстрее та или иная дорога должна быть подготовлена для движения. С чего складывается комплекс зимних работ по уходу и уборке? Ну, естественно, это освобождение территории от снега и льда, зимние обслуживание скамеек, очистка лун, обслуживание и ремонт дорожных знаков,
та работа, которая необходима для зимы, поскольку дороги местами приходят в такое состояние, что там, где ям не было, не двигается. В то же время для капитального ямочного ремонта дать нет возможности, делаем холодную смесь. Также сюда входит сборка трупов животных и их захоронение. Отдельный вид – это весенний уборка всей твари, то есть уличные снег, то, что осталось после зимнего периода, это убирается, улицы чистятся и тротуары. В осенний период осуществляется уборка из дуни. На карте тематично изображено разделение дорог на классы. Химики – это четвертый класс, самый высший, то есть в первую очередь должны быть выбраны эти дороги, в основном это проезжие части. Следующие – это желтые, это второстепенные проезжие части, основные пешеходные дорожки. Ну и дальше порядка бывания. Розовый цвет – это уже третий класс. Второй класс и оранжевый – это первый класс, самый низкий класс. Далее у нас идет летняя уборка. Летняя уборка складывается из ежедневного обеспечения чистоты городской территории. Происходит покос травы и очистка зеленых насаждений. Очищаем остановки для общественного транспорта. Производится также малый ремонт для обслуживания этих остановок. Удаляется весь мусор с дорог. Также распрошаются лужи. На летний период ставится 5 биотуалетов и обслуживается. 1 мая по 30 сентября установка таких туалетов происходит с голосованием приятельским управлением. Далее в горячее время происходит поливка улиц, чтобы снизить запыленность, необходимость подключать пылесос. Зоны, которые предусмотрены для летнего отдыха и купания, также охвачены комплексом летних работ. Далее отдельно у нас выделено проведение яного дня, то есть обеспечение уборки на этом мероприятии. И также малый ремонт и покраска следующих элементов. Это урны, скамейки, инфоцеды, малые формы на детских игровых площадках и дорожные знаки. И помимо этого сюда входит обслуживание клумб цветочных, деревьев и кустарников. Летняя карта выглядит примерно таким образом. Где ярко-зеленые это у нас зеленые зоны, оранжевые зоны это проезжие части и так далее. То есть все необходимые элементы зоны отдыха здесь выделены, прозонированы. Дальше немножко о предыстории прошлых пассажей. Город Силамяя 2011 года проводит такие посадки на трехгодичной основе. До этого ежегодно объявлялись конкурсы на уборку обслуживания. С 2011 года это трехлетний период. Здесь на слайде можно видеть, какие предполагаемые стоимости по конкурсам были, какие действительные стоимости в конечном счете определялись и какая разница между предполагаемыми стоимостями и итоговыми цифрами. Можно видеть, что только в одном случае, это вот как раз здесь уходящий период, 17-20 год, была определена такая предполагаемая стоимость, которую мы не вышли в процессе проведения конкурса, и это значит, мы не выходили на городское собрание, чтобы получать полномочия на заключение такого договора и на признание успешности. Во всех остальных случаях предполагаемая стоимость была превышена, и, соответственно, городское управление выходило на заседание городского собрания, чтобы какие полномочия получает. Тот период, который мы сегодня с вами рассматриваем, это отпечатка у меня из 21-20 года, 1 марта и 24-23 год. Здесь мы определяли предполагаемую стоимость сначала повыше, но потом собрание решило эту стоимость снизить. И разница тоже видна, то есть почти на 7% превышена предполагаемая стоимость.
принципе, просто 112,5% был, в прошлый раз аж на 20,5%. В этот раз, если решение принимается, то рост составит 17,5% по сравнению с текущим периодом. Поэтому такое решение необходимо принимать, что действующий договор заканчивается 29 февраля текущего года. Конкурс мы проводили, и зарегистрированных участников было 5. В конечном счете новое предложение дал покрасить участие, это фирма НВ. И результаты представлены у вас в проекте решения. Можно еще добавить, что удорожание связано, помимо прочего, с теми дополнительными объектами, которые были либо построены в предыдущие периоды, либо будут построены. То есть город развивается, но это влечет за собой и увеличение расходов на уборку и обслуживание. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы задавайте докладчику. Пожалуйста, Олег Игоревич. Стоимость, здесь городская площадь, есть стоимость его уборки, вот стоимость квадратного метра уборки сравнима с другими местными самоуправлениями. У меня такой статистики нет на данном стадии, но если интересует, то немножко квартал можем подготовить. Если можно, тогда подготовьте, пожалуйста, и достаточно ситуацию. Пожалуйста, еще вопрос докладчику. Можно не задержаться? Алексей, скажите, пожалуйста, подразумевает ли, что фирма МВ будет брать субподрядчика? Зависит от фирмы МВ, но практика предыдущих периодов, что они неправильно составляют, в частности, нашего НВ-заместителя. Вот я хочу сказать по поводу МЕКИ, глядя на Александра, что вот МЕКИ убирал второстепенные территории и относились к этому страшно, недобросовестно. Я сама периодически звонила в МЕКИ этой Хрусталевой и говорила о том, что вот уже целый месяц не убирается там определенная территория. Ну, это, конечно, там, вот наша дома, вот наша дома. То есть постоянно были такие случаи, когда я вечером иду выбрасывать мусор, а поскольку там мусорки такие заполненные, не то, я свои мешки складываю в мусор из общественной угла и несу его на мусорку. То есть если будет опять все подряд, то как-то надо сделать так, чтобы МЕКИ выполняла, получая деньги, чтобы они выполняли свою работу. Они просто не нарушают. Мы не можем руководство категорией «вы». Я буду подпадать, я думаю, что у нас ситуация, все требования, которые нужны, я буду еще на том, по сути дела. А кто знает, вдруг они не будут. По-любому, все равно все деньги приезжаются к ним. Даже если они будут, они являются стороной договора. Но ту информацию, которую Гульнара вы даете, в данной ситуации вне зависимости от того, будет ли тут подряд или не будет, в любом случае требования должны быть огромным фактом. Это понятно. Еще коллеги, есть еще вопросы? Пожалуйста. Замечания? Предложения? Поступило предложение. Итак, возвращаемся к проекту решения на признание успешным предложения по господставке и заключение договора поставки. Идем к результативной части. Итак, разрешить Силаменскому городскому управлению признать успешным представление боевому товарищу ННД предложения по господставке обслуживания уборка территории города Силамена стоимостью 2 360 292 евро 48 центов, в том числе имеется с налогом самородка, и заключить с этим офигентом договор поставки. Кто за данное решение, прошу голосовать. Решение принято. Уважаемые коллеги, повестка дня исчерпана. Для себя планируете заседание городского собрания 31 марта. Это 30 марта. Это вторник. Последний вторник. 31 марта. Тогда это будет вторник, 31 марта. Себе, пожалуйста, будьте добры, поставьте календарь. Спасибо всем, спасибо, Светлана.